Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл Рыбасов. И в этом видео я хочу рассказать про коронавирус, по те мысли, которые у меня возникают. Ну, в первую очередь, я понимаю, что нужно как можно скорее, как можно быстрее закрывать границы России с Евросоюзом. И я не шучу. Да? То есть, если мы хотим остановить распространение вируса, нужно закрывать границы. Ну, скорее всего, этого не произойдет. Да, то есть, скорее всего, этого не произойдет, потому что в какой-то момент власти скажут, ой-ой-ой, уже как бы все случилось, уже у нас слишком много заболевших, и закрывать границы нет никакого смысла. Скорее всего, так и произойдет. Но если с китайцем туристов там было 3-4 человека, то закрыть границу было легко, и политически, и экономически, то закрыть с Евросоюзом политически, экономически почти невозможно, и поэтому найдутся любые предлоги, почему закрывать нельзя эту границу или не надо. Но я понимаю, что ее надо закрывать вчера. Еще было вчера. Как только было понятно, что в Италии начинается такое очень быстрое распространение вируса, нужно было закрывать границы. Сейчас, на момент записи этого видео, есть заболевшие в Германии, есть заболевшие во Франции, причем рост очень-очень-очень большой. То есть рост, как обычно распространяется пандемия в Китае, да, положительная новость, там количество заболевших начинает сильно снижаться, но тем не менее в Европе этот вирус начинает распространяться очень большими темпами. И я как понимаю, то, что сделали китайские власти, как они ограничили там передвижение, как они боролись с этим вирусом, в Европе сделать этого не смогут. А значит, так как будет турпоток европейцев по всему миру, этот вирус будет распространяться на Бали, в Таиланд, там, я не знаю, какие сейчас теплые страны, потом следующий Египет, Турция пойдет. Понятно, что в самое ближайшее время он начнет умирать туристический поток, да, по всему миру, то есть по всем ударит. Опять же, люди начнут заражаться в аэропортах. В аэропортах, в самолетах, стюардессы, пилоты, работники аэропорта, таможня и так далее. Вот как только это произойдет, как только начнут заболевать сотрудники аэропортов, таможни и прочее, умрет туристический поток. Да, потому что люди начнут понимать, что запланировав куда-то поездку, они встревают на 1000%. Вот. Следующее, что зачем умирает туристический поток, за ним снижается развитие темпа мировой экономики, падает цена на нефть, ослабление рубля, хотя тоже непонятно, вся экономика падает на рубль, почему-то, как обычно, сильнее падает, но тем не менее, то есть ослабевает экономика, начинается паника в России, начинаются люди бегут там снимать свои деньги, повышаются цены. Короче, в принципе, может произойти очень-очень-очень большой бардак. Я не знаю, кто победит этот царь-вирус, а я понимаю, что он уже царь, потому что он управляет всеми процессами. Не знаю, кто и как. Единственное, что я слышал одну из версий, что коронавирус по мере того, как он увеличивается, как он тиражируется, он все ослабевает и ослабевает, потому что сильные составляющие вируса или сильные там вариации этого вируса умирают с людьми, потому что сильные вариации побеждают, и они же с этим переносчиком умирают. То есть вот такая вот версия. Ну, статистика пока это не подтверждает, и пока видно, что распространение вируса напоминает классическую пандемию. То есть, что такое пандемия? Это увеличение количества заболевших в геометрической прогрессии. То есть, увеличивается постоянно в два раза. Там определенно 2-3 дня, где-то неделя, но обычно 2-3 дня увеличивается в два раза. Вот, в общем, такие мои мысли. То есть, перечислю основные выводы. России надо как можно скорее закрывать границы с Европой, со всем Евросоюзом. Начиная от Финляндии, Италии, Швейцарии, кого хочешь вообще, там Швейцария даже не Евросоюз, но с ней тоже надо закрыть границы от греха подальше. Штаты тоже там есть заболевшие, тоже можно закрывать. Ну, в общем, и готовиться всем к жесточайшей посадке, потому что провал будет очень сильный. Кто торгует и занимается акциями, тому надо занимать короткие позиции или продавать все, что есть, и ждать, пока все обвалится, и потом уже подешевле покупать. Понятно, что будут всякие инфляционные положительные новости, отрицательные, ой, побороли, не побороли, но в конечном итоге
все это приведет к очень-очень большому краху, если, первое, завтра кто-то не изобретет какой-то антидот, так называемый, быстрое излечение всех, резко не упадет смертность, потому что смертность сейчас там примерно 3-5% колеблется, да, на таком уровне. Если завтра эта болезнь в 100 раз снизит смертность, то есть что-то изобретили, какое-то лекарство, либо какой-то антидот, то тогда она перестанет быть такой страшной, будет обычный грипп, и все про нее забудут. Но если такое не произойдет, то, конечно, реально будет очень сильный обвал экономики. С начала года прирост населения 13 миллионов человек, умерло 3000 человек, то есть это вообще ничто на уровне статистической погрешности. Но как этот кризис, то есть или кризис вируса может развиться за ближайший год, там человеческие жертвы будут измеряться миллионами. А экономические потерями, я думаю, что не только миллиардами, а триллионами долларов. Всем счастливо. Пока-пока.